Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в зомби-кетчер, охотники на зомби. Так, поохотиться на диких животных. Согласен. Так, нам нужно, ё-моё, нам дофига еще чего нужно сделать. Столько зомби поймать. Так, ну я пока, наверное, отправлю на выжимку. Вот этого на выжимку отправим. Да и, по-моему, все, ребят. Лимит исчерпан у меня. Так, я, насколько помню... Угу. Ну что, погнали? Я специально выбрал, друзья мои, болото. Для того, чтобы... здесь половить как можно больше зомби. Чтобы нам... Ага! Так, ну это тут тоже с броней, да? Насколько я помнил. Опа-на! Глаза, ты не убежал от нас. Синька зло? Синька зло, синька чмо. Не имеет значения. Главное, что он злой. Так, я типа спрятался. Подожди. Вот. Кто тут? О! Прыгнешь в туалете. Дурачок местного разлива. Так, ребят, здесь... Ага, желтуха. И... еще одна желтуха. Все, ребят, шикарно. Всех поймал, соответственно, медальку мне, пожалуйста, на грудь. Отлично. Так, ну что, на парочку этих нам хватит. Давай, запустим с тобой, хотел сказать, кофемолку, зомби-молку эту. Так, значит, три синюшных сюда поставим. Вот, сюда этих влепим. И желтопузых. А желтопузых нам нужно... нам нужно три желтопузых, ребят. Блин. Ладно. Слушай, ну все равно, ты прикинь, это сколько мне нужно наловить зомбарей, чтобы... чтобы столько продаж сделать. Это за сегодня, ребята, это не получится. О, кстати, да, я забыл, что мне нужно животных бомбить. Пойду прогуляюсь пока. Так сказать, у меня теперь охота на диких животных, всяких змей там. А ну-ка. Типа спрятались. Так, я жду, жду, жду. Блин, нет, наверное, лучше с этой стороны, ребят. Перестрахуемся. Хлопнул. Хлопнул как? Ты понял, кто? Ты понял, что? А я танцую. Так, ну что, я готов, в принципе. Так, желтуху подбил. Тут зеленуха. Он даже гаркнуть не успел, ребят, как мы его чпокнули. И опять желтуха. И опять я всех поймал, ребята. И опять медальку я заработал. Ну, болото для меня это самый легкий сейчас уровень. Поэтому тут я никаких затруднений, друзья мои, не вижу. Абсолютно. Ну что, пойдем поохотимся тогда на зомбиков. Чайнатаун. Да, готов ловить. Я готов ловить. Почему мне постоянно дурочки здесь дают, а? Этого я поймал. Есть. Фух. Я на одном дыхании, если честно, ребят, бежал. Думал, что не поймаю. Но, как видишь, поймал. Давай проверим. Сразу же двоих. На кирдык. А что голуби делают в Чайнатауне? И что делают... Я на стрёме. Один все-таки. Ах ты. Да иди ты в пень. Есть. Щух. А ну-ка. Готов.
Да, друзья мои, всех поймали. По идее, медальку я должен заработать. Это по идее. Или здесь не дают медалек? Нет, ребят, здесь медалек не дают. Это такой. Блин, вот если бы эти зомбики бы все были бы у меня бы, я бы их, ребят, приготовил бы с удовольствием бы. Так, ну что у нас тут есть? У нас есть желтуха. У нас есть вот это. И все. Так, ну что, отправляемся на... Да, поехали. Ой, куда это я? Блин, мне нужно животных наловить. Это я на всякий случай, ребят, сюда поставлю. Так, филинок. Да, блин! Да что... Что с тобой не так? Твой... Филин, не улетишь. Улетел все-таки, а? Ну? Да-да-да-да-да, конь, ага. Нет-нет-нет, парень, это тебе не поможет. Твои комочки можешь... Блин, ребят, ну только 3 животных поймал за 11. Ну что за фигня? М? Так дело не пойдет. Слушай, ну мы сейчас с тобой еще зарядим пару коктейлей. Только половину, приблизительно, ребят, только половину я успел заварганить здесь. Ага, так, 3 здесь. Тут нужно 4, блин. Ни туда, ни сюда. Ну и что делать, ребят? 13 минут придется. 13 минут подождать. И босса я не могу, да, поймать? У меня на босса нету. Нету. Нету, ребят, возможности даже поймать босяцкого. Получить больше дронов. А сколько дрон стоит? 390. А у меня сколько, ребята? А у меня 334. То есть мне еще нужно 60. Ну, грубо говоря, чтобы приобрести еще один дрон. И будет у меня 4 дрона. Будет у меня, ребята, 4 дрона. Ладно, фиг с ним, давай подождем. Сколько там? 15 минут на одну заходку. Заодно, ребята, у нас вот. Меня больше интересует уровень вот по поимке животных. А их почему-то не так много сейчас. Может быть, апгрейдить что-нибудь? У нас вроде деньги есть. А что ты тут апгрейдишь? Пока не работают, ты ничего уже не апгрейдишь. Это надо было делать. Вот здесь вот еще стоимость порции 40. Ну давай. Общая прибыль 1000. Так, общая прибыль 1000. 3200, общая прибыль 800, что-то. Ну, тут понятно, тут прибыль вообще копеечная идет. Вообще надо по максималке что-то прокачать. Ну, 30 тысяч нужно. Ладно, ребята, ждем, короче, 11 минут. Так, ну что, ребята, зомби найдены. Пойдем быстренько поймаем их. Где они только найдены-то? Вот здесь вот. Зомби-то зомби. Я вначале, наверное, все-таки пробегусь и посмотрю. Вот. Такими темпами я не успею, ребята. По 10 минут там, сям. И в итоге что получается? Так, 6. 6 этих поймали. 6 животин поймали, скажем так. Кто там у них может быть, а? Блин, ну почему бронявые, а? Нет, броня вам надо, ребята, брать на ловушку.
плане ты? Ну как так-то, друзья мои, ну? Ты прикинь, этот говноед взял просто-напросто и перепрыгнул через ловушку. Поймал я, а там-то не поймаю теперь. Там-то теперь пройдоха смоется. Или не смылся? Слушай, он не смылся почему-то. Я не знаю, почему. Может быть, мозги закончились? Фью! Так, броня Васенька. Не, вот это борзость, конечно, тебе, парень. Он просто пошел в наглую на меня и по башке мне еще настучал. Ты видел такую наглость? Слушай, ну это уже борзость. Че, он успел спрятаться, что ли, от меня? Никто не спрячется от речика, господи. Слушай, ребят, 33 медали. 33 медали. Как это? Как в песне 33 коровы. Замечательно. Ну, продолжить охоту. О! Ну давай, как вариант. Так, ну что, зомбиков приумножили. Только что мне это даст? Даст мне немножко, наверное, на прокачку. Так, синька, синька. Синька, желтуха. Давай, наверное, так сделаем. Плюс. Ать, и нехватка. И нехваточка, друзья мои. Блин, ну это вообще трэш. Еле-еле-еле у нас. Так. Два таких, два таких. Да нету у меня не... Вот сюда могу еще на отжим поставить. Да и все, наверное, пока. О, минутку ждем, ребята, и у нас будет еще найден приток зомбарей. Давай подождем эту минутку. Ну, мы, считай, да, половину ребят нашли. Но за сегодня вряд ли мы всю полосочку эту набьем, к сожалению. Хотелось бы, но не сможем ее просто добить. Как бы тут не пыхтел. Как бы я тут не старался. Так. А, у нас синий, синий, у нас все забиты здесь. Синюхи, да, ребята, синюхи отжимаются. Ну что, 22 секунды. И пойдем ловить. Ну, в первую очередь мы будем с тобой не зомбиков ловить, а животных. Потому что, ну, может быть, еще успеем. Такая надежда теплится, конечно, где-то у меня там в глубине души. 48 минут ты будешь выжимать этих дуриков? Ё-моё. 48 минут. Тут брекнулись, что ли, а? Блин, а это у нас еще и болото, ко всему прочему. Даже не болото, ребята, это у нас... Это у нас снежный биом. Вот он, волчара. Ать! Да выпендрился. Я готов. Ну, не зря, так скажем, поймал. Ну, ставил ловушку эту. Она хотя бы отработала. Опа, филинок. Отлично. Еще один филин, ребят. Да ну. Есть. Так, и от того остается двое животин, да, еще наловить. Дурилка, ты от кого побежал? От батьки? Ай. Смешные вы какие зомбики. Захотел он, понимаешь ли, от меня убежать, ребят. Все ведь прекрасно понимают, что дядя Рэй поймает каждого. Каждого за воротник. Вот так крючком. Чик. И на кораблик, как говорится. Слушай, ну сейчас нормально. Сейчас мы можем с тобой, по крайней мере, вот этих вот заварганить. И чайных. Чайных зомби тоже можем с тобой
как говорится, сходу влепить. Сюда и сюда. Итого, ребята, там... Ну, блин, наверное, еще серии 2 мы с тобой будем уровень поднимать такими темпами. Но я серьезно тебе говорю. Так, здесь дожим-то идет, а... У меня нет кого поставить. А потом на следующем уровне, это 35-й будет. Нам нужен 36-й только, чтобы поставить новую зомбовыжималку. А до следующего уровня у них обычно идут ребята на деньги. На деньги, на покупки, так вот скажем. Ну что, друзья мои, тогда на сегодня, пожалуй, мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!